Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Премьера фильма «Оливковое дерево» состоялась в одном из самых престижных кинотеатров Стамбула. На красную дорожку собрались ведущие имена мира кино. Всем не терпелось выбрать самое стильное название торжества. Сегодня вечером должна была состояться ночь, в которой будут соревноваться красота и элегантность, а также элегантность. Первой на красной дорожке появилась Туба Дюкустум. Туба привлекла всеобщее внимание своим элегантным черным платьем и простым, но эффектным макияжем. Изысканные детали платья и естественная красота Тубы заставили ее сиять как звезда. Поклонники и представители прессы высоко оценили элегантность и элегантность Тубы. Затем на красную дорожку вышла Седа Бакан. Седа привлекла внимание своим ярким красным платьем и яркими цветами. Современный крой платья и энергичная поза Седы сделали ее одним из самых гламурных имен вечера. Улыбающееся лицо Седы и ее самоуверенный настрой были высоко оценены гостями. Наконец, на красной дорожке появился Банчук Йылмаз. Банчук выглядела как принцесса в своем платье пастельных тонов и элегантных украшениях. Стильные детали платья и естественная элегантность Банчук сделали ее одним из самых стильных имен вечера. Представители прессы и фанаты высоко оценили простой, но впечатляющий стиль Банчука. Посетителям гала-концерта было сложно сделать выбор между элегантностью этих трех имен. Между классическим и элегантным стилем Тубы Дюкустюм, живой и энергичной позицией Седы Бакан и простой, но впечатляющей элегантностью Банчук Йылмаз шла ожесточенная конкуренция. Позже во время гала-концерта в социальных сетях и прессе начали быстро распространяться опросы по определению самого стильного имени. Поклонники и гости голосовали и делились своими комментариями, чтобы выбрать своих фаворитов. У каждого был свой фаворит, но было одно общее – Туба, Седа и Банчук, все они оставили свой след в вечере своим собственным стилем. Наконец, по результатам опросов и комментариев, Туба Дюкустюм была выбрана самым стильным именем вечера. В своей речи на вручении этой награды Туба сказала: «Для меня большая честь быть здесь сегодня вечером и получать эту награду. Спасибо всем!» Седа Бакан и Банчук Йылмаз также поздравили Тубу и завершили вечер красотой дружеского соревнования. Премьера «Оливкового дерева» стала незабываемым вечером благодаря успеху фильма и элегантности гостей. Тубу, Седу и Банчука всю эту ночь будут помнить не только за их красоту и элегантность, но также за их дружбу и доброту. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.